Приветствую вас. В какой-то степени ответ на ваш вопрос является достаточно простым. Вот в какой-то степени ответ на ваш вопрос является достаточно сложным. Простым, потому что вы описываете простым ответ на ваш вопрос является потому, что вы описываете страх отказа. Страх отказа это довольно хорошо поддающаяся психотерапии проблема, которая, в общем-то, связана с тем, что от отказа, в зависимости от отказа, вы будете думать о себе по-разному. Ну, то есть, если вам откажут, вы будете думать о себе хуже. Например, и если вам, там, соответственно, не откажет, то вы там будете думать о себе, там, ну, как минимум так же, а как максимум вы будете думать о себе лучше. И по факту получается, что каждый раз, когда вы что-то спрашиваете, просите или что-то еще, вы по факту ставите свою ценность. Вот она у вас постоянно под вопросом. Из-за этого некоторые интенции по отношению к другим людям возникают только по причине того, чтобы подтвердить или опровергнуть вашу ценность. И, конечно же, вам очень сложно и неестественно в таком русле, в таком ключе общаться с людьми. Это очевидно. Это нормально. Вот. То есть у вас, грубо говоря, неустойчивое представление о себе, да, которое ориентируется на других людей. Вот. То есть вы, по сути, может быть, сравниваете себя с ними, с людьми, с другими. Вот. Почему ответ сложный на ваш вопрос? Потому что в рамках вот такого короткого вопроса на него не ответят. Да и нельзя на него ответить. Да и не в ответе здесь вся суть лежит. А именно в последовательной проработке того, что вы чувствуете вас проблемным. Последовательной проработке того, что вы ощущаете в себе сложным, трудным и так далее. Вот. И то есть, по сути, в психотерапию здесь. Это не какой-то ответ на вопрос, а это скорее помощь вам в познавании себя, в раскрытии себя, в приведении себя в некую гармоничную такую форму. Вот. Такой вот можно дать вам ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Вы найдете специалиста, с которым захотите поработать.